Привет всем, с вами Ник1004, администратор сайта iScience.ru. Сейчас я проведу обзор программы GeoVolk от компании Vita Technology. Итак, вот она перед нами, программа. Программа представляет из себя навигатор, так называемый, по интересным местам планеты Земля. Мы можем крутить земной шар во все стороны, смотреть объекты, которые очень известны, популярны. Например, давайте вот выберем Россию. Вот появляется Кремль, и мы нажимаем на этот шарик с Кремлем, и перед нами появляется фотография Красной площади и информация о ней. Если же сделать сбок, то нам любая другая информация попадется, совершенно неизвестно, какая она будет. Также в программе есть ландскейп режим. Итак, давайте вот что-нибудь еще выберем. Можно, конечно же, приближать. Итак, в панели навигации есть несколько кнопок. Первая кнопка позволяет нам выбрать любую статью, совершенно любую тему. Итак, вот эта кнопка нам показывает различные неприродные объекты, а строительные. Если же мы нажмем на вот эту кнопку, то мы увидим любой, который нам попадется, объект. Итак, вот эта кнопка показывает нам информацию о людях, а вот это о природе. Так. И, конечно же, эти кнопки также есть и в обычном режиме. Можно всегда прокручивать в сторону, назад, вперед. Можно возвращаться. Итак, в программе очень много различных интересных, так называемых, историй и фактов о популярных на нашей планете местах. Начиная от Большого карьерного рифа, заканчивая Красной площадью. Я думаю, я могу закончить свой обзор на этой ноте. С вами был Ник. До скорых встреч.